Борта большого военного грузовика откинуты, организационные 10 минут и фронтовые агитбригады готовы творить. Петь песни о войне, читать стихи патриотической тематики и танцевать. И кружится планета над нашей родиною дым. А значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Агитационные бригады впервые появились в послереволюционные годы. Это были творческие объединения, выступающие на злободневные темы. В годы Великой Отечественной войны переоценить их роль просто невозможно. Такие коллективы помогали бороться и побеждать. Это, безусловно, хорошая идея. Напоминать гражданам нашего города, что такое великая победа, какой ценой она досталась. Ну а что касается песен, то это всегда большая радость. Мы всегда ждем 9 мая. Мы любим эти песни. В микрорайоны Уссурийска отправились творческие коллективы Центра культуры и досуга «Искра». Короткие 40 минут выступления, но сколько душевных песен спето за это время, сколько зрителей собрано. Праздничное настроение обеспечено и участникам выступления, и наблюдателям. Очень много ветеранов, которые, к сожалению, выходят только во двор гулять, только в свой район. А концерт хотелось бы показать всем. И вот на «Искру» возложили такую особую миссию. Хорошо очень коллективы готовились. Ну и всегда я хожу на эти мероприятия. У меня отец воевал. Здорово, да. Люди собрались, весело всем на душе, настроение поднимает. Везде с позитивом и улыбками встречали горожане. Появились даже такие зрители, которые проследовали с этим нарядным автомобилем и творческими коллективами по всему концертному маршруту. А это 5 площадок для выступления за один день. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс.